Привет, друзья! Меня зовут Любомир Борода, и это мой канал. На моем канале есть инструкции по плетению из паракорда, некоторые вопросы о путешествиях и походных каких-то делах. Также я веду свой влог, в котором рассказываю о своей жизни. В данном ролике я хочу познакомить вас с одним очень простым плетением, плетением минималистичным, летним, потому что летом каждый из нас хочет вытащить весь хлам из карманов, облегчить свои рюкзаки, одеть легкую одежду для того, чтобы было свободно и легко, и ничто нас не отягощало. И даже такой как бы аксессуар, как браслет, хочется, чтобы тоже был очень легким, но в то же время привлекательным. Поэтому сегодня мы сплетем очень простейший браслет, который можно сделать на коленке буквально там за 2 минуты, если не меньше. Браслет вот такого плана. Он регулируемый и в то же время очень простой и интересный. Итак, давайте начнем. Для того, чтобы сделать такой браслет минималистичный, нам понадобится маленький небольшой отрез паракорда и, соответственно, какую-нибудь застежку. В моем случае это якорь, но это может быть какой-то молот Тора, может быть какой-то крючочек и прочая какая-нибудь штучечка. Вот. Собственно, я взял паракорда 70 сантиметров. Можно сделать там 65, можно сделать 80. Собственно, плести браслет этот очень просто. Продеваем нашу застежку, якорь, примерно вот так. Потом делаем вот такую петельку. И таким вот образом огибаем ее. И заводим этот хвост вот сюда. Понятно, да? И потихоньку затягиваем. Затягивать стараемся так, чтобы петля была как можно меньше. Таким образом тянем и выравниваем, чтобы было аккуратно. Получается у нас вот такой узел. И смотрите сразу, петля должна регулироваться. Видите, она нормально вытягивается и затягивается, как удавочка. Также сделаем с другой стороны. Опять же, определяем нашу петлю. И смотрите, раз, два, и здесь заходим внутрь. Таким образом. И затягиваем. В итоге у нас получился вот такой вот браслет. На руку одевается очень просто. Два обхвата. Вот, смотрите. Вот браслет, на руке сидит свободно, у меня рука 18 сантиметров в обхвате. Дальше, этот браслет регулируемый, что мы можем делать? Мы можем его подтянуть, также можем его ослабить. Делается это что с одной, что с другой стороны с помощью наших петель. Собственно, вот оно у вас тянется. Таким образом вы делаете длину меньше, таким образом вы делаете длину больше. Также с этой стороны вы можете как увеличить петлю, тем самым изменить размер в меньшую сторону, также уменьшить петлю, либо даже одеть ее, например, на якорь и потом затянуть.
ну, чтобы у вас браслет уже никуда не спадал. Но если из-за этого браслет на руке будет большой и спадать, то вы можете тогда просто здесь петлю увеличить. И таким образом здесь закрепить, здесь прорегулировать саму длину по вашей руке. Также можно сделать, чтобы этот браслет был не в 2 оборота, а в 3 оборота. Тогда просто надо будет взять паракорда побольше. Например, не 70 сантиметров, а 90. И тогда работать уже... Ну или там 85, и работать уже с 3 оборотами, и тогда у вас браслет будет немножечко другой. Вот. Такие дела, ребят, спасибо за внимание, надеюсь, что был вам полезен такой вот простой браслет. Да, и хвосты вот эти вот вы можете отрезать и подпаять, и можно оставить и так. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. С вами был Любомир Борода.